Из всех городских дорог внутриквартальные проезды передаются в ведение районов. Закрепление зон ответственности и территорий позволит поставить на учет бесхозные коммунальные сети или улицы. Депутаты и представители администрации на встрече обсудили самые главные вопросы – разграничения полномочий между городом и районными советами. Болевые точки – вопроса ЖКХ и благоустройства, кто должен следить, чинить и убирать. Есть перечень у каждого этого контракта, приложен перечень, есть категорийность, есть порядок, сколько раз в месяц, какая категория улиц и дорог убирается и тому подобное. Вот это вы получите в разрезе каждого района эту информацию. Все предельно понятно. Дорогами федерального значения остаются Московское шоссе, Новосадовое, Волжское и Красноглинское шоссе. В ведении области будут дороги первой категории, второй – в городском подчинении. Для всех крайне важно, что будет на спортивной, да, что будет на заводском шоссе. Вот. И эти вопросы сейчас будут все сформулированы. Нужно работать с колес, поэтому звонок в приемную, звонок на горячую линию, и мы быстро-быстро организуемся и отработаем эту тему. Здесь должно быть прежде всего выстроено взаимодействие между депутатскими корпусом и между исполнителями. Да? Исполнители в данном случае, я говорю, это департаменты, это администрация. В разделении полномочий пока больше вопросов, чем ответов, но время на их решение есть весь 2016 год. Сегодня решается, как будут взаимодействовать депутаты райсоветов и руководство профильных департаментов. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.